Аронит, я Азов. Да. А ретро говорит, что Мишка один умеет стрелять. Давай его сюда. Мишка один, я ретро. Гранит на высоту, как понял меня, прием. Понял. Давай, подсети. Мишка один, я гранит, прием. На приеме. Выходишь из-за посадки, поворачиваешь налево. Посреди поля будет стоять солдатик. Он покажет, что делать. Принял. Мишка-2, я ретро прием. На приеме. Установите сухую позицию, устраняйте неисправность, прием. Где тут? Это вы тарахни? Да, ТВ. Так на свою старую позицию установите, устраняйте неисправность. Как понял меня, Мишка-2? Ретро, я гранит, прием. Гранит, я ретро, прием. Ювелир вернулся? Нет, заповеди не было. Мишка-1, я гранит, прием. Ты видишь его? Мишка-1 на приеме. Ты цель видишь? Цель не бачу. Не бачу. Бачу ориентиры, цели не бачу. Так спустись ты, блядь, вниз. На 300 метров еще съесть. И стой, блядь, на месте. Сейчас пристрелят тебя нахер. Есть 300 метров вперед. Мишка, 55-й прием. Мишка-1 на приеме. Ты бачишь? С левого горба высокий столб такий посеред села. Про який горб кажеш? Не бачиш, який горб? Все село, справа от села горб. І зліва почти зразу самий високий столб на селі. Бачу, там біля нього якась вузка. Оце під цим столбом зліва, горб, бачиш? За цим столбом зліва бачу якесь строєння. А ти що зліває, бачиш, що поле виділяється? Бачу, виділяється жовте поле і зелене, бачу. Зліва от столба, то поле, одна висока, то поле. Погод 2. Так, только заткнулись. Мишка-1. Я, блядь, еще раз говорю. Ориентир, две башни. Две водонапорных башни. Справа, внизу, под ними. БТР. Вот цель. Ее уничтожить. Я гранит, прием. Пустое? Да. Мишка, я гранит, прием. На приеме. Ты видишь, блядь, вообще село то? Бачу башни. Бачу поле строения возле высокого столба. Так, стой. Открой люк, вылези на улицу. Я на улице. Гранит 251. Сейчас мой наводчик ему побежал, сейчас покажет. Закопанный пулемет. Видишь его? Посмотри, гранит, не принял тебе. Пулемет, видишь, закопанный? Пулемета не наблюдаю. Вон, сзади тебя солдатик бежит. Сейчас он залезет. Скажи ему, чтобы он показал тебе, где забава стоит. Едь к забаве. Мишка, ты видишь, где забава стоит? Нет, не видно, надо встать назад, мы сейчас назад стоим. Блядь, спроси у солдата, где забава стоит. И едь сюда, к забаве. Сел 2 кардана. К вам? Мишка, я гранит, прием. Гранит забавить? Да. Я, блядь, машину тут руками и ногами на дороге напротив него стою, отсюда охуенно видно. Мишка, я гранит, прием. Я на приеме. Ты видишь две водонапорные башни? И здание, блядь, с огромной вышкой. А две водонапорные башни. Мишка, ты их видишь? Вижу, гранит, подожди. Мишка, я гранит, прием. На приеме. Скажи мне, блядь, что ты видишь, пожалуйста. Скажи, что ты видишь. Гранит, давай. Да. Мишка, я гранит, прием. Блять, проедь нахуй вправо, блять. Там стоят два солдата, ждут тебя, блять. Улицы встал, блять. Проедь вправо, блять. Блять, ты понимаешь, где вправо, а где лево, блять. Куда ты прешь, нахуй? 51-й, я гранит, прием. Блять, сядь к нему на броню и проведи его к забаве. Это я капаю.
кораблями. На прием. На 4 часа наблюдаю там. На Азова выходи. На Азова. Азова, Азова, я крабочек. Азова на приеме. Вижу там на 4 часа. Какая дата? Метра 2, где наша колонна? Будет там. Все правильно, краб. Смотри за ним, это наши идут, блядь. Это наши. Их должно быть чуть больше, чем. Правильно, я понял. Принял. Точка 3. Днепру. Точка 2, говорит. Ведут огонь. Район перекрестка. Там, где оставить. Палка, ну, эти самые. Бетер, короче, в районе поворота. Ты понял координаты? ПТР раскакую. Есть плюс, да-да, оттуда левее. Тут перекрестка немножко левее. Сечина тур. Точка 3 подтверждаю. Так, мужики, объявляю всем. Я только что разговаривал со штабом 93-й. Комбатом вот этим, блядь, который моторовой ручкой там. Так вот только что он ответил мне. На огонь не отвечать. Так, чтобы вы понимали, что происходит в этом столбоебинстве, блядь. Когда пусть этот пидорас, ебать, и везет нам, ебать, не дай бог, конечно, ебать, такое случится, ебать, наших пацанов домой, сука. Происходит, что я слышал, перешел в перестанции, на охоте отвечают, на что вы выебали. Приявы, блядь. Цель воздух, наконец, тут у нас укол, блядь, и цепей тут усыливается на целом созревище. Сторона нарушила перемирие. Ребята, я вас поздравляю. Слышь, иди ты нахер, блядь. Когда я отсюда вас пиздую, то это что, блядь? Да. Нахер, это, блядь, тебе не лист говорит сейчас. Понял или нет? Это же даже сейчас стою на нас постукали, в меня даже даже стреляют, блядь. Вау. Точку примерно.
примерно на полдвенадцатого, то есть. Принял, давай, отработай. Парни, я вас еще раз прошу, не ссорьтесь между собой.